сказать вам, за что я люблю Мацест. Друзья, вы только посмотрите, сколько здесь зелени, сколько здесь деревьев. Вот с центра Сочи приблизительно я доехала, ну, минут за 7. Под Блюру, Ротного проспекта. Очень много тени от деревьев. Вот такой лесок. Мне он очень нравится здесь. Сейчас, кстати говоря, погода у нас днем плюс 31. Время 14:39. Почти 3 часа дня. Едем по Мацесте с вами. Наслаждаемся зелеными деревьями, такой красотой. Знаете, друзья, мне почему-то вот Мацеста напоминает вот такой вот поселок, как Красная Поляна. Вот, там такая же вот какая-то вот атмосфера уютная, да, деревья, горы. Вот. Большие горы, прям как кусочек Красной Поляны. Вот. И кто-то, возможно, выберет этот район для жизни, он очень хороший. Здесь есть школа, садики, такие пальмочки уставшие. На велосипедах, на роликах, просто даже для утренних пробежек хорошее место. Здесь почему-то то песок, то ли глина, непонятно. Деревья такие, конечно, подуставшие, видимо, никто не поливает. У нас очень сильная жара, наверное. С этим они просто уже вянут.
их поливать каждый день.